Hey, я Смешмик, и мы продолжаем пройдитеру под названием Always Awakening. Короче, как я понимаю, мне нужно еще этот камень заполучить по-любому как. Я не знаю как, но надо по-любому его заполучить. А мои мысли таковы. Окей. Возможно ли залезть на шарик, когда я буду прыгать? Возможно. Вы понимаете, насколько это риск? Ага. Вопрос. А что мне делать? Я понимаю, что это херово, но... Нет. Одновременно я просто не могу сделать так, чтобы... Мне кажется, все равно будет какая-то способность, связанная с молнией. С помощью молнии я смогу перелетать или что типа того. Ну, я не знаю. Ладненько, давайте тогда исследовать дальше неизведанное, как говорится. Ага, подожди, это даже не то место, которое мне надо. А там есть тоже, в принципе, проход. Ну, похер, мы пока поедем дальше, и там поднимемся наверх. Ту-ту-ту-ту. И потом нужно быть там, где огонь, помните? Я вам, скорее всего, это арена. Нихера, там нужно подняться, походу, туда, куда нам надо. Теперь я могу кататься на шариках, и как раз мы можем подняться туда, куда мне надо. Главное не прыгать, потому что шарик может лопнуть, да и все. Ха-ха, лох. Лох на скелете. Я понял. Синий самоцвет. С правой стороны подняться на самый верх. Подожди, здесь еще где-то спрятанных 6 сфер. Здесь одна. Здесь одна. Здесь 5. Кстати, заброшенное кладбище 0 сфер. Но заброшенное кладбище, скорее всего, там... титры, либо помощники, кто скидывался на игру. О, здесь все две сферы. Найс, неплохо. Вес, вот, один из четырех. Ну, один из пяти только. Ладненько, давайте тогда изучать эту локацию полностью. Ну, давайте так уж и быть тогда сюда. Наверх. Ладно, и так сойдет. Просто о чем я сейчас думаю? В принципе, я могу подняться, проверить, что будет там наверху. Хотя, по сути, я сюда тогда с помощью кубиков долазил.
круто. А мне туда не попасть. Ладно, тогда я ставлю на паузу и иду к телепорту. Ну, смотрите, по сути, по мини-карте здесь должен быть тупик. По мини-карте. А когда я стою, он медленнее поднимается. Вот оно что. А, кстати... Кстати. Кстати, кстати, кстати. Привет, морского монаха. В принципе, я сохранился. Если даже умру, тогда я появлюсь около портала. Я хочу исследовать вот эту область на самом деле. Куда я поднимусь, если сюда? Я помню, я падал очень быстро. Ну, ради сферы, ладно. О, тихо! Откуда я мог знать? Что нельзя ставить. Ну, теперь я знаю. Неплохо. Но все же, здесь еще 5 сфер. Одну я видел точно. Где остальные? Вопрос. Я понимаю, что если бы шарики летали бы по диагонали, было бы хорошо. Или вертикали. Так, здесь должен быть телепорт. Я мог пойти к последним боссам, без проблем. Кстати, да. Кстати, погнали к боссам. Хотя... Фиг мне. А, подожди, я могу, в принципе, сюда прийти. Давайте сюда. Затерянная долина. Все, я сюда прибежал. А теперь полетели. Что же скрывает эта башня? Thank you.
Да уж. По центру. Главное упасть по центру. Теперь все заново наверх. Вот видите, о чем я говорю. Ой, короче, нужно. Просто я не знаю, вдруг там будут шипы либо типа того. Давай, быстрее, быстрее. По сути, я могу одновременно еще один запульнуть и передвигаться. Передвигаться так потихоньку. Кстати. Но это нужно очень сильно натренить херню эту. Типа во время прыжка сразу использовать появление нового шарика. Вот так вот. Вот так вот. И дойти таким образом. Правильно. На кладбище. В смысле? В смысле? Но снова, мне нужно продольно, потому что я так туда не попаду. Короче, я понял. Вздыхаю, тогда телепортируюсь на другую сторону. Как она называется? Мрачное озеро. Либо Мрачное озеро, либо Середина Альпа. Идем туда на кладбище. Я попытаюсь вот таким же способом, с помощью шариков. Ну блин, это конечно будет. Главное, чтобы меня потом это не застопили сами сам потолок. Пускай будет на всякий случай. Ну я, в принципе, блин, ну снова же, там может мне небо помешать. Ну что? Я понял. Просер. Закончили. Закончили проверочку. Короче говоря, я перешел сюда, потому что я думаю, пофиг на эти сферы. Полетели. А где мой пятый уровень? Уже. Ладно, походу до хера нельзя этих. Плюшек. Финтик-плюшек. Так, сразу сохранюсь. На болото, кстати. Я думал, ты огонь создаешь, а ты два раза плюешь в мою сторону. Мерзавец.
ладно. Теперь мы уже все комбинируем. Я хотел вообще молнию стрельнуть, ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ничего. С кем не бывает, да ведь? Сейчас халявную сферу заработаю. Я понял. Вот, теперь идеально. Гуляй, чел. Стоп, где мой 5-й уровень? Ага. Окей. Была опасная херня. Но я пойму, что отсюда никак не попасть. Хотя можно. Пофиг. С помощью такого можно на любое место прибежать. Заберу. Пофиг. Мне главное позабирать финтиплюшки и получить хотя бы 5-й уровень. И пытаться не получить урона, потому что я не знаю, куда я с этим приду. Ага. Ого. Ага. Давай, рука. В чем прикол? А, стопэ, здесь босс. Так, я создаю себе арену. О. Супер арена, ну-ка. А, он стреляет насквозь.
Стоп, а сейва ж не было. Понимаете, просто то чувство, когда... По идее, босс... Но тебя обманули. Не, ну просто заново, конечно, это, ну, не скучно было бы. Но не очень приятно. А то я точно знаю, что там ничего нету. Гора Солнца. Солнцестояние. А где босс? Ладно. Пока забью на этом. Ну и открою дверь я по-любому. И сейчас такой бац на мост. Здрасте. Для чего я это сделал? Ведь что там, что здесь нету телепорта. Ладно, у меня есть отхил. Из них из кого-то выпадет сердечко, мало ли. Считайте, я схилился. Так, справа есть проход. И куда я сейчас иду? Скорее всего, здесь телепорт как раз еще и будет. Телепорт. Есть еще проход выше. Это как раз, если я бы по низу пошел. Один фиг, я по низу тоже пойду. В этой серии. Может, а в этой? В этой. Не суть. Не суть. Я жду, когда мне уровень поднимет. У меня все еще четвертый. Дайте хоть пятый. Деревня Новой Луны. Деревня, нихера себе. Здравствуйте, Зои. Это деревня Новой Луны, точнее, то, что от нее осталось. Наместник разрушил ее много лет тому назад. В этом месте стоят дома, где хранились броши, пока их у нас не забрали. Теперь тут лишь пыль и груда камней. Если ты сможешь вернуть броши, мы заново все отстроим и отменим свои земли. И отнимем свои земли у наместника. Зои, ты должна нам помочь. Левел так и не поднялся. Ну слушайте, ну я сразу собрал, считайте, еще одна сфера где-то.
Я нашел ту симпатичную синюю сферу в пещере рядом с городом. Ступая на восток, думаю, ты легко отыщешь вход в нее. И я почти уверен, что там тебя встретит кое-что интересное. А эту сферу можешь забрать. Мне она не нужна. Ну ладненько. Гора солнцестояния. Подожди, это тоже гора солнцестояния считается? Да, видите, у меня было, по сути, два варианта, как идти. А, стоп, это одно и то же. Только это нижняя, да, территория? В принципе, да, ладно. Тогда она меня не интересует, пойдем направо. Телепорт, если что, у нас есть здесь. Плюс, на самом деле, я могу телепортнуться и вниз спуститься. Я могу вниз прыгнуть. Может быть, там что-то интересное. Можно попробовать. Ладно. Битва между магами. Ауч. Вот справа как будто что-то есть. Вот. Там, может быть, и ничего нет. Хотя, что мне с другой стороны мешает это проверить? А, точно. Вот что. Баночка, минус баночка. Моя баночка. Святой водицей. Ладушки, ладушки, вау, 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 сколько я поднимался, чтобы сдохнуть. Крутой я. Зачем я сюда поднимался? Ради чего, если тут босса нету? Хотя, может быть, если бы пузырьки пару раз поставил, много раз, босс бы появился. Кстати, как вариант... Лежать плюс. Стоп. Там бы мне камни помешали. Какая разница, как я буду туда добро. Ха.
попозже. Ладно. Попозже. Проверим, узнаем. Сейчас мы проверим это все и узнаем. Блум, блум, блум. Блин, блин, блин. Сразу проверяем, есть ли наверху потайной ход. Наверху нету. Вот он. Вы нашли глаз наблюдателя. Теперь вам откроются вещи, недоступные взору другим людям. А, прикольно. А что за проход будет? Я же сюда даже не ходил. Все, сюда ходил. То есть босс он вот такой, да, вот? Невзорный. Ну, а теперь есть здесь все сферы. Как вариант, я могу лучше сам дойду к боссу, который невидимый. Было бы хорошо, если бы у меня еще баночка была, но... К несчастью, как бы то ни было, баночки у нас нема. И колодца здесь не видно. Нужно мне тогда на кладбище по-любому сбегать. Может теперь там невидимые эти по... О, привет. Наблюдатель? Серьезно, противник? Атакуй глаз, чтобы поразить его. Если в тебя полетят заряды, спрячься за блоком. Ага. Ты, конечно, мне спасибо за... Добыто тобой броши и впрямь даруют могущество. Но они тебе не принадлежат. Глаз ты тоже взял без спроса. Он позволяет тебе видеть то, что вы не должны, но силой этой вещи тебе не совладать. Я забираю ее. Я еще не готов. Я должен подготовиться, я должен понять вообще, как это... Как это должно вообще происходить? И что, и мне так долго постоянно ходить? У меня такой бы, чтобы подкачаться до 5 уровня хотя бы. Хотя, мне кажется, это нужно все сферы все-таки собрать. Да, 5 сфер это максималка. С молниеносиком я-то окей, я не справлюсь.
стреляю в глаза. Но мне только стрелять вариант. Даже по сути. Ладно, идея хорошая. Просто верхний глаз уничтожать. В принципе. Почему нет? Вместо того, чтобы атаковать, тогда сразу приготовлю шарик. Вот в чем проблема теперь у меня заключается. В летучих мышах. Что мне с летучими мышами делать? Глаз атаковать, то я это смогу атаковать, однако... Летучие мыши мне не позволят. Стоять на самом нижнем был бы тоже не вариант. У меня вариантов нету, я не знаю, как мне... Начало думал, что это хорошая идея. Однако я понимаю, что это и плохая идея, потому что центр тогда со всех сторон будет еще мыши прилетят. Самого близи тоже не поатакуешь. Худших вариантов. У меня вообще мысли нету. У меня есть вариант. Я могу просто сейчас поставить на паузу. Либо лучше вообще завершить видео. Посмотреть, как он атакует. Какие есть окна для воротов и всего такого. И самое лучшее, я просто буду здесь находиться. Я вот так буду стоять. Ладно, плохая идея. И то я со своим огненным шаром атакую его огненный шар. Ничего, в натуре так и сделать, как я говорю. Просто, по сути, у меня вариантов вообще других никаких нету. Я думаю, он мне поможет убивать босса. А не будет просто... Скажет мне, ну вот, подсказка тебе, на, держи. Короче, забейте. Короче, буду смотреть, какие у него атаки, да и все.
Короче, это было долго, нудно, но... Есть окно, но в него так тяжко будет попасть. Сейчас, я хочу сначала одну вещь проверить. Чё так? Две тычки мне надо. Блин, ну ладно. Посмотрим. Как оно будет у меня? Обосрался. Ну, примерно вы поняли. Осталось только еще попадать в кнопки. Вот единственное окно, вот о чем я и говорю, типа вот, это успеть выстрелить в момент, когда ты перепрыгнешь его первый выстрел. Потому что он уже, потому что второй его выстрел уже летит в тебя. И вот это самое сложное, это сделать это. О, тихо-тихо, оно у меня не восполнилось. Пофиг. Ладно. Главное не облажаться. Нет? Все. И шарик. Ну, готово. Зори пополам. Ну что, тогда, думаю, на этом можем мы с вами закончить.
Тогда, получается, у меня все предметы есть, которые мне необходимы. Я могу уже собирать кусочки. Стоп, там финальный босс. А, ну, правильно, башня. Ну что, тогда, я думаю, на этом можно и закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.